Фу, передохнул, но думаю, можно выходить уже. Так, говорит, что тут полно снайперов, так что... Ну, думаю, пригодится. Так, минуточку. Ух, ё, снайпер! Причем какой-то странный для пушки... Для обычной снайперки звук. Я должен запучить ее. На! Так. Черт, что-то я промахиваюсь. Эх. Точно. Я точно, может быть, и не стрёк, потому что промахиваюсь. Так, да ё-моё. Да как же я в него попаду-то, а? А, все. Ну, хоть убил. Только не с первой попытки, это уже точно. Так, выползаем медленно и спокойно. Медленно. И спокойно. Эх. Ну да. Ладно. Сейчас разберемся. Хе-хе-хе. О, черт, еще один. Спокойно, спокойно, спокойно. Ох ты, там два. На тебе. Окей. Значит, надо проползти медленно. Чувствую. А минуточку, можно, кстати, попросить помощь у сталкеров? По-моему, всю группу положили. Откуда здесь еще взялись? Ладно, сталкеры, пожалуйста, помогите срочно. Пошлите, я вам покажу, куда идти и что делать, окей? Да, пошли. Вы идете там? Да пошли вы. Ладно. Мне нужно добраться до гостиницы. Как-никак, но надо. Так. Ну, естественно, забираем все самое. Нет. Кто там? Кто там, я вас спрашиваю. Ладно. Так. Ага, вот. Все, забираю. Так, нужно быстро разобуть. Блин, не знаю, как это будет правильно. Ну, в общем, сейчас все обыщем. Что надо, разрядим. Ой! Ай! Говнюк, медицинскую страховку ты сам мне оплатишь. Хе-хе-хе. Ну все, нету снайпера. Так. То, что надо. Кто там гавкает? А ну заткнитесь. О. Минуточку. Черт. Так, мне нужна эта пушка срочно. Эх, черт, двигаться не могу, тяжелая собака. Блин, а испытать так хочется. Надо что-то выкинуть, чтобы вес... Чтоб мог все переносить. Ну что? Не знаю. Валеру? Валеру? Не, вы что? Валеру никогда! Ладно, прощай, пушка. Потом увидимся. Я тебя, может быть, заберу на обратном пути. Так. Ну, значит, у нее не было даже патронов. Ладно. Но пока у меня только дефицит, наверное, с весом. Ну, и с патронами. Так, ладно. Надо найти нычку с тайником. А это, по-моему, не так-то и легко. Ну, ладно. Значится... Значит, надо все тщательно обыскать. Сейчас этого обыщем, например. Не знаю. Но то, что тут пусто, это как-то жутковато. О, господи. Что за странная дверь? Ладно, забыли. Нужно идти. Черт побери. Как-то здесь, ну уж, слишком пусто. Блин, жутковато. Жутковато, жутковато. Ладно, проверяем лестницу. Эти гады могут быть где угодно. Могут, не знаю, выскочить откуда. Но вроде бы в этом здании. Только вверху или внизу находится эта хрень. Да, без понятия, без понятия. Ладно.
Так. Стоп, мини-карта показывает, что да, в радиусе, ну где-то на этом этаже. Ладно, спустимся, только аккуратно. Так, снайперов нету, ништяк. Лезем в окно. Так. Лифт, 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 он меня отвезет. Нет, значит не тут. Не в лифте дело. Так. Где-то здесь же эта комната. Так вот где? Так. Нет, не здесь. Странная какая-то гостиница. А вот! Кажется, это комната. Ну что ж, обследуем тайник. Минуту! Так, меняю незамедлительно. Отличная бронька. Черт! Я перегружен. Надо что-то выкинуть. Ну, блин. Ладно, надо подумать. Прощай, Валера. Мы тебя не забудем. Эх. Печально. Так, что это? Это, кажется, дешифратор или что это? А это что-то типа документов. Ну, документы само собой. Они-то... Я их потом на досуге почитаю. Ну что ж, теперь... Теперь я должен найти тайную дверь. Ладно. Так я немного не знаю, куда мне идти. Да, на карте не указано. Это печально. Ладно. Что ж. Пройдем дальше. Так вот куда? Я даже не знаю, куда мне идти. Спрыгнуть с окна не лучший вариант. Но лучший вариант обойти так. По лестнице. Пока никого нету, можно пробежаться. Бежим, бежим. Что за... Ай! Мать! Ай, сука! Так. Окей. Кто выстрелил? Просто тот, кто выстрелил, больше стрелять не будет. Я вам гарантирую это. Слово меченого. Или стрелка. Да по барабану. Так. Ну где-то здесь должны быть эти плохие ребята. И вот один из них. Отлично. Чё за? Ой, ё-моё. Похоже, это была не лучшая идея. Можно было, наверное, спокойно обойти. И куда? Ой! Так. Веселая встреча. Так. Да... Чёрт! Какого чёрта я достал нож? Ладно. Ну, давай, выходи, падла. Ладно. Он хочет, чтобы я, значит, вошел. Ну, да, я войду. Ладно, пойду. Так. Ну и где ты? Она всем стоит. А, ё-моё! Ну ладно, закуси лимонкой, падла. Ау. И где все? Ладно, пофиг. Обыскать, не обыскать. А, пофиг, бежим, бежим. Даю. Сдохни. Черт побери. Да ну нафиг, я... Так, лучшая тактика на поле боя — это удрать с поля боя. Простите, пацаны, я уйду. Черт возьми. Патронов уже, чувствую, меньше становится и не прибавляется. Блин, вот это дефицит. Ау. Так, хватит там стрелять за спиной моей. Ладно, авангард. Минуту, авангард, авангард. А, это стадион, кажись. Минуточку. Сейчас изучим карту поподробнее. Так. Авангард, авангард, авангард. Так, куда мне дальше пере... Ага. Так, минуту. По строению это получается стадион. Ну да, само собой. Но... Двери я секретные в Припяти не вижу. Значит, идет... Значит, это дело имеется в виду про ЧС. Да, не люблю я тщательно все осматривать. Тут вообще записка от доктора. То, что, вернее, он когда-то говорил. Блин.
Ладно. Но... остается только идти на ЧС. К саркофагу. Ладно. Выбора нету. Беж... да. Думаю, правильно будет сбежать. Не достанете меня. Ну все, ЧС, жди меня. Ну все, вот и ЧС. Да. Страшно. Немного. Квартет, я 030-й, подходим к точке. 030-й, там сбита пара радиохимической разведки, пробей. Квартет, я 030-й, понял. Ладно, думаю, самое время передохнуть и с новыми силами собраться в бой.